продолжаю рассказ о печке для нагрева бассейна. Бассейн вот такой на 10 кубов воды. И печка, которой мы его обогреваем. Как я уже говорила, собрали из того, что было. Нас она полностью устраивает. Решили оставить ее так. Батарея печи видно нет. Старая советская гармошка. Вот она лежит у нас. Положили мы ее лежа, поскольку если ставить ее, то нам нужно было бы больше кирпичей. Здесь выходят трубы из батареи. Еще раз покажу, как устроена внутри. Она над топкой. Дрова мы закладываем в этом месте в начале, поскольку если их положить дальше, то батарея не греется. Забиваем здесь до самого верха и затапливаем. Нюансы следующие. Когда мы взяли эту батарею, сколько лет она провалялась в канаве, неизвестно. Нашли мы ее. Родственники отдали. Делали ремонт в городе и заменяли батарею, и эту привезли сюда. Она очень тяжелая. Видимо, хороший чугун, но внутри она оказалась ржавая. 3 дня мы эту батарею прогоняли. То есть мы топили, я где-то часов 6 топила эту печь и из колодца прогоняла в нее воду. Делала я это следующим образом. Я отключала воду, ждала, пока накалится батарея, и запускала воду. Паром выбивала все, что там отржавело, потому что вода воняла канализацией жутко. И вот, собственно, несколько дней мы ее прогоняли. И только через 3 дня вода из нее начала идти чистая и хорошая. Что еще? Есть такая проблема — перегрев батареи. Там образуется пар и начинает вырывать шланги. Этот вопрос мы решили следующим способом. Поскольку мы просто вставляли шланги сюда и накручивали. Но мы не сантехники. Делали это все 2 женщины. Печь, моя мать и я. Мы наматывали шланги, засовывали их вот в эти отверстия. Вот тут у нас тут накручено всего, что было. Вот. Потом мы решили, что это не очень удобно, потому что шланги постоянно вырывало. Мы купили фитинг вот такой. Он из 2 частей состоит. Нам повезло сильно. Здесь осталась резьба. Хоть и частично мы накручиваем ее, этот фитинг, вот сюда. И сюда одеваем резиновый шланг обычный, черный. И уже перестала вырывать шланги. Но все равно, как только печь немножко перетапливается, образуется пар в батарее, и начинает, ну, видно, когда в бассейн течет вода, видно, вода перестает течь, и начинает идти пар. Вот. Мы определились, сколько нам дров надо за несколько топок, чтобы такого не случалось. Вода может течь и до 50 градусов из нее. Это максимум. Как только вода становится горячее, начинает образовываться пар. Поэтому в среднем мы решили, что температуры в 45 градусов нам достаточно для отопления бассейна. Значит, следующий момент. Мы накачивали бассейн из колодца. Температура воды в колодце плюс 5 градусов. Мы пропускаем его через печь, из колодца в печь, батарею, и только потом уже в бассейн. При этом нагрев воды в районе 21 градуса. То есть в бассейне у нас уже тепленькая водичка течет, температура 21 градус. Бассейн мы набираем 3-4 дня. В колодце у нас всего 4 кольца закопано, одно сверху. Поэтому столько времени занимает накачивание данного бассейна. Ну, плюс мы накрываем тентом обязательно. Еще один момент.
мы поняли, что когда он стоял у нас бассейн на земле, то вода за ночь могла опуститься очень значительно. То есть это было и на 10 градусов она становилась холоднее, потому что земля холодная. Поэтому мы сделали вот такой вот пьедестал. Вот. После того, как мы его сделали за ночь, учитывая то, что на улице ночью плюс 5, а в бассейне температура воды плюс 30, а за ночь она опускалась всего на 2 градуса. Мы считаем это прям победой. Ну, учитывая то, что тентом тоже накрываем, он сейчас у нас сохнет. Мы сейчас сливаем бассейн. Все, лето закончилось для нас. Мы уезжаем, его надо слить. Так что... А почему мы использовали насос? Поскольку самотеком, к сожалению, туда в батарею вода не уходит. Ну, по законам физики. И я пробовала подключать его после печи. Насос, так он не работает. Работает только, как я показывала в предыдущем видео, вытекает в насос, из насоса в печь, из печи в бассейн. Вот у нас изначально, получается, температура воды была в районе 11 градусов. Поскольку мама и я, мы набирали воду, когда у нас не было еще этой печи. Доливали мы его уже из колодца через печь, поэтому знаем, что температура воды выше, 21 градус была она у нас. И, соответственно, когда мы начали греть этот бассейн, температура была около 11 градусов в нем. Вот за день, это было 6 часов топки печки, температура воды поднялась до 28 градусов. То, что я показывала в первом видео, это как раз была температура воды в бассейне после того, как мы топили ее 6 часов. Воды мы не набирали много, потому что дети еще маленькие. Чуть-чуть повыше у нас было вот так, поскольку он сейчас сливается, воды было столько. Собственно, и все. Сказать мне по этому поводу больше нечего. Мы очень довольны этой печкой. Дети купаются. А в следующем видео я расскажу, как мы его пылесосим. Поскольку на дне, если вы сейчас увидите, там оседает все равно какая-то муть. Покажу, как мы его чистим. Всем спасибо. Всем пока.